Привет! Сегодня мы будем играть в мою самую любимую игру. Дам подсказку. Угадайте, что это за игра? Ха-ха, это прятки, верно. Но играть я буду не одна, а с нашей любимой девочкой из кукутиков. Всем привет! Как здорово! Давайте скорее играть! Девочка, сначала будешь прятаться ты. Я закрою глаза и отвернусь на 5 секундочек. А потом повернусь и буду тебя искать. Начнем! Так, где же спрятаться? Так, о, домик! Спрячусь за ним. Раз, два, три, четыре, пять! Малыши, она и вправду куда-то исчезла. Вы ее видели? Нет. Ну а где же она? Домик? Может быть, она в домике? Откроем дверку. Точно! Мы ее нашли! Эх, ну ладно. Сейчас я попробую тебя найти. Прячься скорее. Ну что, считаю до 5. Где же мне спрятаться? Где же? Точно, спрячусь под столом. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Так, малыши, вы ее не видели? Ой, куда же она могла спрятаться? Где же она? Где же она могла спрятаться? Тут нет. Может быть, она под столом? Наверное, она под столом. Оп! А, ты что, меня нашла? Ха-ха, круто! Я тебя нашла! А сможешь ли ты меня найти еще раз? Хорошо, только прячься получше, а то я очень хорошо играю. Так, чтобы такое придумать, чтобы она точно меня не нашла. Так, точно. Вот что у меня есть. Спрячусь тут, она точно не догадается. Оп! Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Где же она могла спрятаться, ребята? Ой. Тут нету. Может быть, здесь? Нет. Я тебя нашла! Эх, ну ты молодец, свинка Алиса. Давай теперь ты прячься. Сейчас мне понадобится что-нибудь очень волшебное. Не волшебная палочка. Точно, шапка волшебницы. Спрячусь под ней, она точно меня не найдет. Малыши, я тут. Раз, два, три, четыре, пять. Малыши, вы ничего не замечаете? Может быть, есть то, чего я не вижу? Что сзади? Шляпа волшебницы? Точно! Может быть, она под ней? Ты меня нашла! Свинка Алиса, мы очень здорово поиграли! Как круто! Только меня мама зовет обедать, поэтому продолжим чуть-чуть попозже. Хорошо, приятного аппетита тебе! Малыши, вам понравилась игра? Я очень рада! До скорых встреч! Люблю вас!